Клянусь любить свою родину. Дали торжественную клятву быть достойным представителем российского движения школьников активисты татарской гимназии. 27 октября, накануне дня рождения этой организации, ряды заинских активистов пополнились еще на 15 человек. В 2015 году заинская школа номер 1 первой в городе вступила в ряды этой организации и 27 октября торжественно передала эстафету ученикам татарской гимназии имени Рената Фардиева. Ребят на благие дела напутствовал начальник отдела образования Заинского муниципального района. На них сегодня возложена большая задача – быть примером для всех, кому предстоит пополнить ряды этой организации. Будете членом российского движения школьников – это не просто, значит, им считаться. Это надо своим примером показывать, что действительно вы самые лучшие, вы достойны, чтобы на вас равнялись и чтобы другие стремились вступать в это движение. В ряды российского движения школьников могут попасть только самые активные ученики. Это не только отличники учебы, но и участники всевозможных школьных мероприятий. Вообще мы в городе вторые, кто вступают в это детское движение. Да? Очень отрадно, очень почетно, что именно мы, что именно выбрали нас. В 2016 году вот первая школа была выбрана и вступила в 50 пилотных школ, которые как раз-таки ребята-активисты вступили в ряды РДШ. В течение трех дней, пока будут проходить возможные мероприятия, флешмобы и мастер-классы, новоиспеченные активисты смогут доказать, что в ряды татарстанского регионального отделения российского движения школьников действительно попала достойная смена.